Как детям получить навыки безопасного дорожного движения? Можно, конечно, просто выучить теорию, а можно эту теорию подкрепить практическими занятиями и усвоить ее намного эффективнее. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – это важное направление каждой образовательной организации. И очень знаковый и значимый момент, что сегодня мы открываем на базе школы номер 24 мобильный автогородок. Этот городок мы планируем использовать не только в целях обучающихся 24-й школы, но и по мере послабления ковидных ограничений также здесь будут заниматься юидовцы и ребята других общеобразовательных организаций. Мобильный городок появился в рамках реализации муниципальной программы формирования законопослушного поведения участников дорожного движения. Торжественное открытие автогородка состоялось. Это первая школа в городе, которая получила возможность изучать ПДД на практике. Ребята из отряда юных инспекторов движения рассказали первоклассникам важные правила дорожного движения, с которыми дети сталкиваются каждый день, идя в школу. Всегда ли нужно пассажирам пристегиваться ремнями безопасности? Загадали загадки и наглядно показали, какие могут быть ситуации на дороге. Так, что здесь было нарушено? Молодцы! Нужно было скейт в руки взять. Давайте поаплодируем себе. На открытие автогородка приехал старший лейтенант полиции, инспектор по пропаганде дорожного движения отдела ГИБДД по городу Новошахтинску Дмитрий Викторович Сидоров. Сегодня вы разобрали вместе с юидовцами ситуации, которые бывают на дорогах. Из-за таких ситуаций у нас происходит детский дорожно-транспортный травматизм, да и вообще гибель людей. Дмитрий Викторович показал школьникам движение регулировщика. Их всего три. Если по каким-то причинам произойдет затор на дороге или нарушится движение, на помощь приходит регулировщик, движение которого необходимо знать. Переходим дорогу. Внимательно, быстренько переходим дорогу. Так. Чтобы в темное время суток детей было видно на дороге, им подарили фликеры. Сами видите, какие ситуации можно было разобрать на дороге. Не на картинках, а уже более приближенным к реальным. Вот. Плюс к этому обновление, все это новшество. Дети приобретут навыки. И я думаю, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма у нас будет на уровне.